До открытия навигации осталось 1,5 месяца. В это время многие подготовительные работы в Ленском речном порту уже завершаются. Например, выморозка судов в отстое Мурья и ремонт съемных узлов и механизмов в цехах предприятия. Все подробности в сюжете далее. Река скована льдом, в порту затишье. Но это лишь видимость. В цехах и в межсезонье кипит работа. Идут плановые ремонты узлов и механизмов кранового хозяйства. Вскоре работа продолжится на улице. К навигации будут готовить группу портальных тяжеловесов. Потеплело уже. Сейчас работы перешли уже на портальные краны непосредственно. Люди, значит, наши слесари, которые занимаются ремонтом, наладкой электрики, значит, все наши подрядчики, которые тоже занимаются с нами же на портальных кранах, они все сейчас перешли уже на работу непосредственно на краны. Отремонтированные в течение зимы узлы и оборудование будут вновь установлены на портальные краны. Наладчики доведут их работу до необходимых требований. С первых дней навигации все механизмы причальной стенки включатся в работу. Это самый напряженный период. Привезенный судами груз требует быстрой переработки. Его количество на весь период навигации уже известно. В этом году мы, конечно, надеемся, что навигация пройдет без эксцессов, без форс-мажорных там каких-то ситуаций. И план мы приняли на уровне прошлого года. Это порядка 335 тысяч тонн, то есть 334,7 тысяч тонн планируем переработать грузов. Главным получателем грузов остается акционерная компания «Алроса». Это 75% от общего плана переработки. На Ленской площадке его встречает местное отделение УМТС. Конечно, мы получаем для нужд компании очень большую, широкую такую номенклатуру грузов. Это грузы вообще различного технического характера, строительные грузы, грузы в контейнерах, грузы, требующие особых условий переработки, груз, уголь. И, конечно, очень важное в нашей работе – это клинкер. Готовят к навигации плавучие средства. В отстое Мурья завершилась выморозка рулевых механизмов. Работать дальше с подводной частью судов нельзя. На льду появляются первые забереги. Осталось провести последние осмотры судов и ждать вскрытия реки. Эту навигацию главная рабочая лошадка порта, теплоход Юрий Арбатский, начнет с новым оборудованием на судне. Устанавливаем эхолот. То есть мы тоже по техперевооружению прошлого года мы его приобрели, ну и сейчас вот занимаемся его установкой. Там задействованы и сварщики, и экипаж задействованы, токарные работы там нужны, то есть все как бы тоже все занимаются этим делом. С каждым днем работы в порту прибавляются. Очередную навигацию коллектив, как всегда, встретит в полной готовности. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».